Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте празднует католическое Рождество за океаном. Девочка, знаешь столько языков, столько у тебя занятий. Давай, не бросай все это. Будь такая же красивая, умная, добрая. Ну, потрясающая девочка. Хорошо? Да. Договорились? И не обижай маму с папой. Все. Я тебя целую через свою бороду, так вот, опа, поцелуйчики мои идут. Чувствуешь? Заморозишь. Звезда последнее время живет с мужем и дочкой Клавой в Нью-Йорке. С самого утра звездное семейство принимает рождественские поздравления. И одно из них по видеосвязи Орбакайте и показала. Отец Кристины, 75-летний Микола Сорбакас, нарядившись в Деда Мороза, пообщался с младшей внучкой и произнес ей много добрых слов. «Поздравил с Рождеством наш любимый Дед Мороз», — подписала видео Кристина Орбакайте. «Спасибо, папуля, дедуля». А вот Новый год, к слову, Кристина Орбакайте планирует встретить в семье мамы. Она намерена прилететь к празднику в деревню Грязь и встретить 2021 в компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и 7-летних брата и сестры. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.